Национальная молодежная сборная по гребле на байдарках и каноэ готовится к соревнованиям в Кисловодске. Занимаются они на базе «Югспорт». Тренажерный зал, бассейн, но пока не хватает практики на байдарках. Все это будет. Федеральный центр для тренировок планирует построить у нового озера. Лана Волкова продолжит. В Кисловодске байдарочники со всей страны, возрастной состав команды от 18 до 24 лет. Сборная молодежная – это резерв основного состава, то есть те, кто стоит на пороге большого серьезного спорта. Об этом мечтает каждый из этих парней. Никита Максимов из Самары. Спортсмен из старинного города на Волге в команде «Новичок», но уже успел стать призером первенства Европы. Результат тяжелейших тренировок, например, сегодня, демонстрирует 240 килограммов нагрузки. Помимо у нас мышц сверху, мы также качаем ноги, это немаловажная часть, потому что они очень большую роль принимают в нашем виде спорта. Любой спорт, где важны физические нагрузки, оставляет след на фигуре. У байдарочников особенно заметна рельефность и объемность мускулатуры, можно позавидовать. Ритмичное движение гребца – хорошая тренировка для сердечно-сосудистой системы и диафрагмы. Научно доказано, что объем легких у гребцов 8000 миллилитров. Самый большой среди представителей других видов спорта. Вот почему Кисловодск – идеальное место для тренировок. Здесь играет природный фактор. Мы находимся на высоте выше километра. Для спортсменов, которые ведут подготовку, это благотворно влияет на получение тех нагрузок, которые они здесь получают. То есть все аэробные нагрузки, бег, плавание, силовые нагрузки, они свой эффект усиливают благодаря этому природному фактору. В идеале для гребцов и практика на байдарках. И такие планы у спортивного Кисловодска есть. Необходимый гребной канал длиною 1700 метров с дистанциями 200, 500 и 1000 метров оборудуют в районе Нового озера. Там будет федеральный центр подготовки национальных сборных по водным видам спорта. Этого события почти 10 лет с нетерпением ожидают Федерации гребли на байдарках и каноэ. У нас просто появляются очень великолепные спортсооружения. И вот эти, вот, которые мы уже побывали здесь в прошлом году, и вот уже практически каждый год два раза выезжаем на ОФП подготовку. А если бы тут было для нас специализировано еще в таком варианте, как озеро или вот водоем, который где мы, ну это вообще можно было бы закольцевать. Вот и молодежная, и юношеская, и основная могла приезжать. Власти Кисловодска обещают ситуацию изменить в самое ближайшее время. Планы на 2020 год – оборудовать при въезде в Кисловодск целый спортивный городок. А у наших спортсменов впереди первенство Европы в Москве и первенство мира в Бранденбурге. Два серьезных мероприятия, к которым готовится российская молодежка. Лана Волкова, Андрей Джурбенко, «Вести», Кисловодск.